Да, мы можем enjoy'ть это. Enjoy'ть. Let's enjoy it. Проходили мимо. Опять. И мы купили очень. Опять едим. Что-то. Мы не удержались, увидели булки. А смотрите, какой торт. Это был наш мой первый Starbucks. Что замечаем все? My English teacher knew that. Thank you.
по той стороне. Катя только что делала, блин, это колесо держания. И сейчас все просто, все делают это. Потому что у тебя телефон. Именно. И ищем чай. Спасибо. Настя. Скрытая камера. Кстати, сегодня Диана нападает. О, да, очень. Знаешь, как мы... Preparation, yeah. For what? Чувствуете, как красиво? Да, поэтому я включила видео. Как мы халом, да? Пока. Это Настя? Это было 178-й видео. Говорю, Катя, буквально. Зачем мы будем так? Нет, это нет. Да вообще, мне надо уже это снаряжение. Of course, I do. Можно еще раз? Здрасте. Да, конечно. Я почти дошли до Таборского моста. Прям приятно. Here we are again. Что именно? А, у меня получилось. Обошли китайский квартал миллиард раз. Мы знаем, нас уже все. Нас уже все знают. Мы уже все знают. В принципе, что я хотела. Мы купили чай для похудения. Приступки. Ну, каждый, ну, типа, нормально. И вот, мы покушали дяудзи. Очень хорошо было. Мы купили торт. Это гусеница. А сейчас мы идем на поиски туалета опять в другую непонятную сторону. Мы найдем его, найдем. Мы нашли туалет. That's perfect. Это был помет. К земле поближе. Мы дошли до остановки и ждем автобус, чтобы пойти в Sky Garden. Нет, ну в плане вещи. Это понимается.
офигенная компашка летит домой. Да. Я считаю, что это только начало, положенное начало совместных путешествий. Сколько всего? Мы можем с вами еще куда-то поехать, правильно же я говорю?